А в этих специализированных цистернах хранится изопропиловый спирт для антисептиков. Генеральный директор компании «Автохимпроект» проводит экскурсию по своему предприятию. Здесь производят химсредства для автомобилей. До пандемии делали масла, полироли, стеклоомывающие жидкости, а в последнее время расширили продукцию. В ассортименте компании появились антисептики и средства для дезинфекции автомобилей. Мы выпускаем вот такие новые виды продукции, которые относительно прежних позиций имеют более увеличенный объем и позволяют применять данные антисептики не только для очистки рук, но и для дезинфекции любых поверхностей, будь то металл, пластик, кожа. Сейчас в карантин такая продукция почти жизненно необходима. Ее не только продают клиентам, но и бесплатно предоставляют волонтерам, которые, в свою очередь, снабжают антисептиками особо нуждающихся. А здесь завершается отгрузка очередной партии антисептиков. За качество продукции руководство ручается. В компании внедрена трехступенчатая система контроля, которая сводит к нулю вероятность брака. Это подтверждают и результаты проверок, которые проводят на предприятии постоянно.